Партнер рубрики «Правила денег» – компания «Телетрейд». Эксперт на финансовом рынке. Добрый день! Обычно накануне летнего сезона начинает расти в цене загородная недвижимость. Но в нынешнем году, согласно данным аналитического центра «Медиана», этого не произошло. В апреле в Пермском крае средняя стоимость квадратного метра снизилась более чем на 3% и сейчас составляет 32 540 рублей. А вот количество выставленных на продажу домов увеличилось за месяц почти на 8%. Подешевело частное жилье и в Перми почти на 7%. Здесь разброс цен составляет от 30 тысяч рублей в Орджоникидзевском районе до 64 тысяч рублей в Ленинском районе. Именно там продается самый дорогой дом – 94 тысячи рублей за квадратный метр. Дом в коттеджном поселке стоит в среднем 40 тысяч рублей за квадратный метр. Наименьшая цена за метр загородной недвижимости – 12 тысяч рублей, установлена на дачу общей площадью 28 квадратных метров в Пермском районе. Это были «Правила денег».